я расскажу вам несколько простых советов, которые помогут вам выглядеть экстравагантно, модно, свежо и модно. Если вам интересна такая тема, то оставайтесь со мной. Меня зовут Ольга Швец. Привет всем, мальчики и девочки. Итак, сегодня мы поговорим о бровях, губах и нескольких деталях, которые освежат ваш образ, добавят вам некую статусность, и вы почувствуете разницу, правда? Попробуем записать так. Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Значит, смотрите, девочки. Все очень просто. Обратите внимание на мои брови. Как видите, это краска. И вас, конечно же, заинтересует какая. Она настолько просто вообще придумана и настолько вообще элементарная в обращении, что ей сможет пользоваться даже ребенок. И самое главное, она без аммиачных вот этих гадких и мерзких отдушек. Вот. Бровки держатся вот именно в той кондиции, которую вы видите, неделю. Потом они становятся светлее. Выглядит красочка вот так. Это коричневый оттенок. Краска называется Capose. И тут даже написано Professional. Я ее купила. Потом я купила. Ну, как бы она была вот в такой коробочке. И тут написано, в общем, хотите прочитать, разорвите. Я, значит, разрываю, заглядываю туда вовнутрь, и тут самое главное написано было внутри, не на сайте где-то или что-то, а вот именно внутри. Оттеночек, кстати, троечка, 3 здесь цифра написана. Я, значит, такая, ну, сейчас я... А тут написано, окислитель надо еще. Я иду на сайт, уже следующий заказ там через годы, через расстояние. И там написано, значит, окислитель. Литр 3 копейки стоит, правда. Ну, реально 3 копейки. Я знаю, что у них там сейчас акция. Вот это все вместе, по-моему, за 118 рублей можно купить всего. Насколько это вам хватит? Вот мне просто интересно. И, значит, чтобы из него добывать, еще вот это, пожалуйста, отдельно купите. Не совсем, конечно, удобно. Но я обратила внимание на этот бренд. Что касается относительно вот этой красочки, она очень клевая. И для того, чтобы ее наносить, я использую вот такую кисть из Fix Price. Она очень жесткая. Она очень такая простая в обращении. И если вам интересно, как я это делаю, то я могу сделать это на модели, потому что, ну, сначала я все попробовала на себе, и, в общем, все получилось. Что дают вот такие брови? Они, во-первых, совпадают по цвету с моим основным оттенком волос, это уже замечательно. Потому что еще у нас такого классного? В общем, там я придумала свою технику нанесения окрашивания бровей. Она отличается от общепринятой. И это вот все, как бы, это мои брови, которые вы видели, что если там смыть, я вот здесь ссылочку оставлю, что если там смыть все, там вообще просто печаль, беда, там три волосины, бесцветные совершенно, там вообще ни о чем все. Вот. Поэтому, если вам интересно, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец. Делаем градиентные губы. Нам нужно два оттенка. Соколиный глаз. Никаких тут нам не надо, извините. Красила, блин, всю осень.
губы. И тут такая решила записаться на видео. И такая.